Привет, друзья! Приветствую вас на своем канале. Сегодня ко мне пришел смартфон Xiaomi Redmi Pro. Пришел он вот в такой вот упаковке. Был упакован вот в такой вот защитный чехол. Неплохо, кстати. И внутри вот такой вот переходничок. Сейчас мы его откроем, посмотрим. Стоимость данного аппарата $175. Ссылочку на продавца я дам в описании. И минус 7,5% кэшбэк. Ссылочка будет тоже под видео. Итак, сам смартфон. Ну, выглядит очень так неплохо. Так, ну пока мы его уберем в стороночку. Значит, посмотрим, что у нас здесь в коробочке. Так, здесь у нас мануал, сама скрепочка, кабель зарядки, ну и само зарядное. А, вот оно, для этого вот был и переходник. Так, значит, это мы убираем. Ну, больше здесь ничего нет. По комплектации, конечно, не сильно богатый. Так, мы посмотрим, что сам аппарат себе представляет. Итак, мы его включаем. Так, где у нас? Значит, тут у нас кнопка включения, клавиша громкости, наушники подключения, сим-карта. Две сим-карты, кстати, он поддерживает. Или одна сим-карта и одна microSD. Так, и два динамика. Ну, сейчас проверим, звучание будет с двух или нет. Ну и так, пробуем его включать. Так, засветилась эмблема Xiaomi. Загружается Android. Ну, что хочется сказать. Ну, на ощупь очень даже удобный, приятно держать в руке. Так, у нас здесь этикеточка. Две камеры. Так, ну давайте посмотрим, что у нас тут по характеристикам. Так, о телефоне. Модель Redmi Pro. Версия Android 6.0. Так, надеюсь, видно сейчас. Вот, Redmi Pro. Так, версия Android 6.0. Так, система обновлялась 7.05. Версия самой программы оболочки Global 8. Так, 10 ядер с частотой 2,11 ГГц. Оперативная память у нас 3 гигабайта, встроенная памяти 32, свободная 26. Прошивка Mali. Так, сейчас делаем. Прошивка у нас Mali 1603. Так, версия ядра, номер сборки, общая информация телефона. Так, ну, в принципе, по характеристикам здесь понятно. Так, давайте посмотрим. Самое интересное в этом телефоне — это же вторая камера. Так, ну, у нас имеется тут две подсветочки. Кстати, вот сейчас она исчезла, подсветка. О, появилась. На камеру вроде плохо видно. Значит, две подсветочки здесь есть. Датчик установлен отпечатка пальцев. Ну, опять же, сейчас его будет нужно будет настраивать. Так, ну давайте глянем саму камеру. Так, что у нас здесь? Так, что мы тут еще можете... А, вот яркость. Ух ты, как интересно она настраивается. Темнее, светлее. Вот она. Ух ты. Так. Давайте посмотрим, что у нас за снимок. Так. Кстати, снимки очень качественные, даже видно, как на бумаге рисовалось. Не знаю, видно на камере. Вот так вот, если его видно, да? Видно на камере. Снимки должны быть просто вот супер. Так вот я попробовал на нем снять боке. Вот, мы видим, здесь у нас резкость идет, здесь у нас уже идет размытие. Ну, как бы неплохо делает. Но еще вот такая вот есть функция в нем. 3D. Вот смотрите. Как будто стоит он здесь. Вот и двигается. Не знаю, видно оно? Передает. Наверное, не передает. Но оно реально как объемное. О, класс. Как будто он здесь стоит, этот горшок. Так, ну вот еще один снимочек сделал, тоже без вспышки. Получается у нас свет от окна. Делали снимок без вспышки. Ну, снимок получился неплохой. Боке. О, без вспышки относительно. Боке хорошая. Опять это за счет двух камер. Так, опять 3D. Вот 3D. Не знаю, видно. Не видно. Но объемное изображение. Ну все, ладно, с фотографиями хватит. Итак, давайте попробуем качество звука данного прибора. Установила сюда радио. Так. Любую какую-нибудь танцевальную, допустим. Так, оно что-нибудь другое. Вот он, топ-40. Очень громкий динамик. И качество очень классное. Найсвіжіші новини, оголошення. Ну, значит, звук отличный. Громкий. Так, приложение YouTube поставили. У меня был установлен первоначально. Любой сейчас ролик. Звук слышно какой мощный. Ну и так, установили мы Antutu. Давайте посмотрим, что он нам показал. Набрал 81 751 по рейтингу. По рейтингу у нас он на 36 месте. Обошел на позицию iPhone 6. Ну, давайте сравним с iPhone 6. Общая оценка 81, у iPhone 80. Выиграла память. Процессор немножко обошел. Так, что у нас еще здесь? Так, процессор, многоядерность обошло. Так, процесс данных, процесс изображения намного. Тут 10 тысяч, тут 1600. Производительность 4. Производительности выиграл. Но вот в 3D именно сад почему-то набрал меньше. Ну, можно попробовать будет еще раз его протестировать. Так, информация. Значит, Xiaomi, Android 6.0, 64-битная версия, процессор MT6797M, графика Mali-T 880, Full HD разрешение самого дисплея. Напомню, дисплей здесь AMOLED. Ну, яркость, контрастность мы не сможем посмотреть, то что нужно будет снимать чехол, но его не хочу снимать. Так, камера у нас на 13 мегапикселей, две задние камеры на 13 и передняя у нас на 5. Сейчас мы тут где-то она должна быть. Так, ладно. Оперативки 3, системная 24-25 свободных, занята системой, вообще-то идет 32. Так. Ага, вот. Фронтальная камера у нас 4.9, 5 мегапикселей. Температуру показывают. Так, давайте посмотрим, что у нас по датчикам. Датчики поддерживаемы. Приближение, температуру не поддерживают. Игровое вертикальное вращение поддерживает, геомагнитное векторное вращение. Сила тяжести, гироскоп. Ну, кстати, очень много датчиков. Проще сказать, каких здесь нет. Сердцебиение не поддерживает, давление не поддерживает, значение движения, счетчик шага, детектор шага. Все, все остальные датчики он поддерживает. Так, что у нас здесь еще? Давайте проведем тест тачскрина. Так, 5 есть. Давайте больше. 7 есть. 10 есть. Так, ну, за свою цену, я думаю, нормально еще и набрал. Ну, работает, конечно, шустренько. Единственное, что я тут заметил, что не все у нас русифицировано. Нет, здесь есть, где-то я заходил. Нет, здесь все русифицировано. Может, обновился он? Так, обновление. Обновления нет. Ну, в принципе, вот такой вот аппарат. Напомню, покупал я его за $175 с использованием кэшбэк. Мне вернули, ну, по крайней мере, сейчас верну. Сейчас я поставлю, что я получил его, и мне вернут 7,5%. И на эти деньги купим что-нибудь еще в Китае. Ну, можно не только в Китае, можно и на карточку вывести. Так, ну, всем пока-пока, спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал.